Ой-ой, нехороший звук. Вот это нам нужно. Здесь среди трусов. Я привезла. Самое важное. Ну и все, охуенно доехала. Нужно разобрать все. Еще у меня есть книги, открытки, дневники, ежедневники. Я просто поставлю это все на подоконник. Блять, я вспоминаю старые времена, как я жила с девочками в Москве. Меня все бесит. Я все двигаю весь день. Сегодня весь день перемещаю предметы с места на место. В попытке как-то собрать уют. Она оставила электрическую зубную щетку на прошлой квартире. Ах, посмотрю-ка я сейчас на видео, видно ли, блядь, эту щетку. Мы в новой стране, это значит, что нам нужна симка. Мы идем на миссию за симкой. Смотри, не хочу, но так надо. А потом еще нужно в банк сходить. Бля. Примерно 1000 рублей стоит безлимитный интернет в месяц. Короче, я очень быстро открыла симку, завела симку и пошла по банкам. В TBC попросили источник дохода доказать. Ну, то есть буквально можно было, короче, PDF-ку из банка, из своего истинка, например, скинуть с бизнес-счета. И еще очень смешно, там это бумажки просят даже, типа, принимают в качестве подтверждения дохода, типа, какие-то штуки из казино. Можно в качестве подтверждения платежеспособности, что-то написано. Business income, gambling income, certificate of winning. Я не успела записать, вот и все. Сейчас, секундочку, я даже скажу. Потом я пошла в банку в Джорджии, и мне сказали... Да-да-да, охуенно, Анна, сейчас мы откроем вам счет, я даю паспорт, мы уже проходим через всю процедуру, короче, мне говорят, какой ваш адрес, я говорю, в смысле, грузинский адрес, да-да-да, только грузинский адрес, я говорю, не, нихуя, не только грузинский адрес подходит, я типа посмотрела в интернете, в общем, дала российский адрес, все хорошо, система заработала, мне пришло 50 тысяч кодов подтверждений прямо в банке там, на телефон, на новую грузинскую симку, и в конце концов мне подходит еще одна сотрудница, такая сказала, нет, нихуя, иди на сайт сначала, заполни анкету для иностранцев. Нельзя прийти в отделение и открыть счет. Мне уже сказали, в пятницу приходите, часа в 3-4 ваша карточка будет готова, а потом такие, не, нихуя, но картон фрайды. Доброе утро. За неделю в Грузии так и не получилось открыть... Вот. Ну как, мне пообещали, что мне придет смс, что мне его откроют, и я даже заплатила 50 лари за это. Я все еще в ожидании смс-ки. Что еще произошло? Честно говоря, последние несколько дней я вообще... Ну, я просто сидела дома, вот так. Да, вот так вот запросто. Хотелось бы рассказать что-нибудь пикантное, да нечего.
Это видео выходит при поддержке онлайн-школы дизайна контента, где более 17 тысяч студентов осваивают новые профессии. Я уполномочена сегодня рассказать вам о курсе «Коммерческий иллюстратор». Иллюстратор — это не просто художник, а настоящий рассказчик. Он создает образы и визуализирует истории. Иллюстраторы делают много чего, от создания комиксов и дизайна персонажей до технической документации. И вот что я вам скажу. По моему опыту и опыту коллег, коммерческая успешность иллюстратора не столько зависит от чистого скилла вашего ремесла, сколько от умения себя продавать, от того, сколько у вас рабочих контактов и как вы поддерживаете с ними связь. Еще важен компонент стилевости и актуальности. На иллюстрацию тоже есть мода. И, конечно, содержание ваших иллюстраций. За 8 месяцев с Contented под присмотром опытных иллюстраторов вы освоите профессию иллюстратора и научитесь работать с такими инструментами, как Photoshop, Illustrator, Procreate, и узнаете самое необходимое про композицию, верстку и скетчинг. Вашим результатом станет портфолио из 8 работ в разных стилях. И еще в программе есть модуль по личному продвижению и монетизации. Школа понимает, что без этого сегодня далеко не уехать. Теперь самое интересное. По промокоду консервы у вас будет скидка до 60% на обучение, и в подарок вы получите курс английского для дизайнеров и модуль по нейросетям. Я знаю, что вокруг нейросетей много споров, но лично я за, особенно в рисовании. Вся информация болтается под видео. Здесь удобная кухня для съемок. Такая я, конечно, Юлия, блядь, Высоцкая. Так, девочки, сейчас мы перерыв. Лук? Яйца. На завтрак яйца. Нам нужно взять 7 штук. А, блядь, я записываю все это время. Нахуй, 10 минут. Итак, план на неделю. В конце концов, мне нужен счет. Зачем, не знаю, мне работает турецкая карта, но турецкая карта не работает, например, на Airbnb, в других местах, поэтому сегодня, завтра, на крайний случай послезавтра я жду смс-ки. Хорошо бы сделать бухгалтерию, там, с документами разобраться. Было бы неплохо написать сценарий рекламы к этому видосу. Это план максимум на сегодня. У меня все это время было яйцо в глазу. Я хотела сказать, что вот это вот хлебец, лабное или сливочный сыр и жареный бекон — это самая вкусная хуйня в мире. Будьте осторожны. Остановиться невозможно. Здесь валялась какая-то книжка про людей, которые возвращаются после смерти. И я от скуки начала ее читать. Это болит живот у меня второй день месячный.
я хотела выйти в магазин, а там, блядь, град. И что, сегодня никуда не иду? Оф. Я все-таки сходила в магазин, купила кучу вкусняшек, купила, блядь, вот это. Мы писали хосту, у которого я даже на видео нахуй видно, что я оставила щетку в ванной. Нам сказали, никаких из ваших вещей не было обнаружено в квартире. Я думаю, вот пиздобол. Ну, не страшно, она не очень дорогая, просто неприятно, когда тебя пиздят. И еще, короче, так, во-вторых, я купила гостиницу турецкие сладости, они стоят пиздец, что это почти 10 лари. Но, нахуй стоит, я готова платить любые деньги, уже вышло солнышко. Уже хорошо и красиво. Смотрите, что я еще купила. Я писала про это, кажется, в телеге или говорила в одном из видео. Я нашла помаду своей мечты, которая стоит дешево. Сейчас. Как бы можно плакать, можно смеяться. В аптеке продается. Это Essence. Одна штука стоит 10 лари. 10 лари одна стоит. Называется Kering Shine. Моя любимая в оттенке My Advice. 203. Но я решила взять еще и вот такую. 205. Зачем? Потому что мне очень нравится текстура. Короче, вот это я впрок закуплю, если, не дай бог, они это нахуй снимут. Во-первых, дешевая, во-вторых, очень комфортно. Она у меня даже любимее, чем вот эта вот знаменитая от Clinique, как называется, Black Honey. Она еще естественнее смотрится на губах и на щеках. Именно в этом оттенке. Я не знаю, сейчас попробуем другое. Может, это полная хуйня, зря я вам советую эту линейку. С другой стороны, я вам ничего вообще не советую, я просто говорю, что мне нравится. Так, ой, блядь, она пахнет вкусно. И она типа красная. Бля, она в натуре красная. Короче, я согласна носить ее только в каком-то таком формате, тончайшим слоем, втоптав в губы, потому что она в натуре красная. Другой сегодня, что я рассчитывала. Нарисован красный. Град кончился. Дождь тоже кончился. Здесь пахнет, как в России. Радуга, бля! Не знаю, что мы думаем про этот цвет. Скажите честно, девочки. И еще кое-что вам покажу. Еще кое-что я купила, что увидела первый раз, нахуй. Кока-кола с кофе. Это что, кава написано? По-грузински кофе это... Кава? Кава, да. Ну не жава же, блядь. Это легко запомнить. Я запомню. После турецкого я смогу. Почему грузинский и турецкий похожи? Это разные языковые группы. Объясните. Если это, блядь, невкусно, я так расстроюсь, но... Как если бы в маленькую чашку растворимого бледного Нескафе, прямо бледного-бледного такого, знаете, ненасыщенного, въебали 8 ложек сахарозаменителя вот этого самого мерзкого из зеленой банки. Вы поняли, о чем я? Ням. Не знаю, выглядит потрясающе, бодряще и с пенкой, но... Такая хуйня. Блять, мне предлагают рекламировать центр, короче, какую-то хуйню, в которой открывается центр подготовки специалистов по производству беспилотных летательных, блять, аппаратов. Я... Нет, это нет. Нет.
Хочешь попробовать колу с кофе? Это такая дресня. Сейчас у меня будет очень важный созвон. Очень важный. Да. Очень важный созвон. А еще здесь дорогие орехи. Вот так вот, как я кешью же делаю, типа горстями, пачками, да? Так больше не поешь. Ну, я себе не могу почему-то позволить за такие деньги. Но это и хорошо, потому что здесь я очень даже быстренько отъедаюсь. Нежно со мной разговаривают по-русски. Я приходила покупать что-то там, пиццу какую-то в Карфуре. Там просто женщина, которая фасует, такая: угощайся, моя родная, на-на-на. И таксист такой: мы вас, хороших людей, не бросим. Типа, молодцы, что приехали. Я так... Короче, блядь, не знаю, что мы выберем в итоге. Вот. Очень рада тебя видеть. Хорошо выглядит. Я тоже. Закончено. В общем, хочется осторожно надеяться. Мы-то с вами не принимаем решения, мы только как-то пытаемся влиять посредством своей экспертизы или публичной позиции. Так вот, хочется надеяться, что люди, которые принимают решения, их не так болтает страшно со стороны в сторону. Я забыла вчера, что я снимаю влог. Поэтому возвращаемся к этому на следующее утро. Я проснулась сегодня первый раз за не знаю сколько. До 11 утра. Unbelievable. Unbelievable. Еще нужно найти кого-то, кто будет делать мне здесь ногтики, девочки. Кто будет делать мне ногтики. Я не знаю. Я здесь успела раз... Ну ладно, не будем как бы бросаться словами, но это все хинкали. Из-за того, что здесь отопление, очень тепло, конечно. Ни на что не жалуюсь. Мне очень нравится, что есть тепло. У меня пиздец сохнет кожа. У меня просто... У меня и так сухие локти, такие намятые. У меня кожа очень сильно грубеет от соприкосновения с поверхностями. Они прямо... Эу. Ну, ничего не сделать всю жизнь такие. Нет, не инсулинорезистентность. Я делала тест на инсулинорезистентность. Просто такая кожа. Я бы вообще никогда не подумала. Все, я буду с кем-то жить. Вообще, никогда вообще не могла себе представить, нахуй это. И ебало тоже сухое. Хочу зафиксировать, я вчера приготовила кебаб. Выглядела так. Вот вчера целая сковородка таких. Второй день рожу. Какое-то, блядь, сырое недоразумение у меня получилось. We woke up, went downstairs, had a cup of tea, and then we decided to just go back to bed and try to sleep. I got sleep for like another 2 hours, and Camilla did not get sleep whatsoever, did you? No. Camilla, what's that for? Реально смешаются обмылок. Как это у нас есть?
Я же забыла, что нужно в самом деле делать какую-то работу. Поэтому я сейчас сделаю себе большую чашку кофе. Я вот в душе знаю, что я в бухгалтерии сегодня не закончу, что я даже не сяду за нее сегодня. Но я все равно с надеждой такая, сейчас я выделю время и сяду, подумаю об этом. Я не знаю, что со мной не так, я просто знаю, что работа не будет сделана сегодня. Вот это моя идея, вот это моя идея. У меня получается немножечко настроить режим сна. Сегодня, вчера я проснулась до 12, сегодня я уже проснулась до 11 и ложилась спать в 4 и в 3 соответственно. И сегодня план максимум лечь в 2. Если у меня однажды получится дойти до стабильного, ложусь в 11 и встаю, не знаю, в 8, в 9, 8. Если я буду ложиться в 11, я буду вставать в 6. Anyways, если у меня получится какой-то нормальный паттерн сна выстроить, я буду абсолютно нахуй счастлива, потому что это то, что обсирает мне гормональный фон. И я как бы ничего не могу сделать, потому что вечером мне все ужасно интересно. Даже если я типа супер устала и хочу спать и зеваю, мне супер интересно поиграть, мне супер интересно прочитать книжку, мне супер интересно, блядь, позалипать в видосы в интернете. И не важно, что вот я устала. Надо как-то с этим, знаете, это прокрастинация сна. Есть такая вещь. Так, значит, что у нас имеется здесь? Девочки, таблетки для посудомойки, бумага, мусорные пакеты, фольга, соус срирача. И еще я купила, ну тут, короче, клейцы, неважно, гель для душа, кола, любимые турецкие шоколадки. Я думаю, что турецкие. Да? Ну да, чеснок. У нее кризис 30-летки. Смотрите, у всех он проявляется по-разному. У меня проявляется вот так. Плюс я купила, ну я не знаю, у меня такой красивый художественный рядом с домом. Вот эту хуйню. Это какие-то, ну это, к сожалению, water-based. Оттенки здесь очень интересные. Смотрите, есть такой, есть... люто-голубой. И вот этот вот хуй пойми какой. Сводчи. Сейчас. Ну, а это такой зелено-желтый, короче. Тепло-зеленый. Мне нравится. Нахуя? Не знаю. Пусть будет. А с другой стороны тонкая такая вот. Ну, помню, короче. Короче, блядь. В моей деревне турецкой не было хороших художественных магазинов, не было вообще художественных магазинов, я ни одного нахуй не видела за полтора года, так что вот как только дорвалась, так сразу и меня и понесло. Вот это нужно объяснить, я не знаю, нахуя? Написано, нужно, короче, вот этим вот под глазами елозить. Я подумала, ну хорошо, хорошо, за, сука, это, ну это, в общем, недорого стоило. И вот это... Я не знаю, ну вот это, конечно, вот просто из упаковки, понятно? Просто это прикол мирового масштаба. Я еще увидела через прозрачный вот этот вот пластик, что там внутри еще и какие-то штуки внутри есть. Сейчас покажу. О, бля, да, сияет.
Пахнет очень вкусно. Увлажняет, как гигиеничка. Пахнет ягуаром или шейком. Хуй знает. Лайк. Цвет. Нужно оценить цвет. Но оно чуть-чуть розовит. Мне нравится. Ну хуя на вкус горькая. Короче, смысл в том, что берешь кусочек шоколадки и кладешь ему кому-то в ночи в трусы. Поняла, чтобы она растаяла. Это одно из очень классных упражнений. Нужно, честно говоря, я сама его только что придумала, но мне кажется, что это классное упражнение. Нужно взять какой-нибудь цветочек, который у вас есть в свободном доступе, и попытаться его застилизовать. Например, мы взяли вон те зеленые бошки и сделали из них что-то вот такое. Ну, это быстро скомпоновать, быстро стилизовать, как бы, мне кажется, вообще супер штука для развития стиля и вообще скилла, и для быстрого какого-то разогрева, чтобы не терять скилл там, да, вот это все. Вот так вот я еще сделала вот так. Как бы отделить, поняли, голову от стебля. Таким образом нанести тени. Можно еще вот сюда. Все. Можете спать колу, пожалуйста? Спасибо. Девочки, пьем чай. Доедаем шоколадки, пока никто не видит. Потом едем в кино. Блядь, фисташки с молочным шоколадом. Ничто нахуй не сравнится. Скоростное надевание кроссовок.
утро следующего дня. Ходили мы вчера на Наполеона. И мне понравилось, не понимая мандежа. Потом я увидела, что кто писал в интернете про фильм. По-моему, вы ничего не поняли, вот кто писал про этот фильм. Я получила большое удовольствие. Мы вышли из кинотеатра ночью, уже, блядь, 2.5 часа идет фильм, и на улице было уже 0 или 1 градус, что-то такое, ёбаный дубак. Сегодня план сходить на ногтики и в обед поебланить с кофе где-нибудь в каком-нибудь симпатичном местечке. Нужна подсказка, девочки. Вот такие большие, вот здесь, зудящие, чешущиеся прыщи, довольно глубокие, довольно крупные, одиночные, не похожи на экзему от тревоги. Скажите, это бактериальная штука, если вот она появляется и исчезает? Это нужно к врачу отнести? В принципе, не беспокоит, но если это какая-то, вы знаете, какая-то бактерия живет на коже или, не знаю. Подскажите, на экзему не похоже? Хотя, может, и похоже. Хуй его знает. Слишком мало для экземы. Мнение. Среди нас есть врачи? Есть врач? Мы хотим купить PlayStation. Мне не приходит смс от банка с подтверждением того, что я могу забрать свою карточку или не карточку. Я схожу еще раз в TBC и попрошу их разобраться, потому что мне не нравится, что я так долго жду. Хотя, может быть, это нормально здесь. Я не знаю. Anyways, хочется сейчас попить кофе, поесть завтрак и потыкаться в планшет, потому что я, честное слово, я 2 недели не собирала примогемы. Я вот заходила на 10 минуточек, играла раз, 2 раза в неделю и выходила. Так нечестно. Погода в Тбилиси роскошная. Мне так нравится Тбилиси, девочки. Опять вчера попался таксист, который очень ласково, нежно разговаривал с нами. Всякие истории травил. Люди все-таки золотые здесь. Охуеть. Очень нравится. Небо голубое. Сегодня довольно прохладно, днем всего 8 градусов, но потом потеплеет, будет и 15, и все такое. И, конечно, я чуть избалована турецкой зимой, и то, что может быть 0 на улице, я такой, нихуя себе, к этому не готова. Это, так сказать, small price to pay. Хочу 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41 откручено, 50 на 50. Вкусный сыр. Интересно, здесь есть что-нибудь, кроме сладостей? Мы ждем ебаный фокус. Спасибо, блядь.
Так, и после. Сейчас я это все буду пачкать. А вот хуйня. Девочки, гуляшик, салатик. Сейчас вон там мы будем смотреть «Корону», шестой сезон. Will you all join me in toasting the birthday girl? Camilla. Я заходила в аптеку на обратном пути с маникюрчиком. Я искала везде тонеры с салициловой кислотой. И, короче, я знаю, что можно купить просто салициловую кислоту в банке нужной концентрации. Я искала 10%, потому что вообще пиздяло. Что было сделано мной? Спиртовой, да, я знаю, спиртовой плохо, и здесь всего 2%. Это сработает, это я вам отвечаю. И стоило, знаете, сколько это? 1 лари. Даже если я сожгу себе лицо, кого я беру, правда же? Беларусь, город Борисов, улица Чапаева, дом 64. В детстве, когда каждый раз какой-то прыщ или воспаление, мама говорила, иди помажь салициловой кислотой. Салициловая кислота всегда была спиртовой раствор в нашем доме. И это всегда... Как же мне больно каждую мою эту... Короче, это работает. Когда-то у меня была идеальная кожа, и я расплачиваюсь за то, что в подростковом возрасте у меня не было ни одного прыща. Какая-то все-таки карма есть, какое-то вселенское равновесие, все же существует. Каждый день понятно, так делать нельзя. Но раз в неделю я буду точно. Но я вообще уже близка к системным ретиноидам. Я ничего против не имею, просто знаю, что от системных ретиноидов выпадают волосы. И много там других проблем возникает. Много других побочек с желудочно-кишечным трактом, чего не могу себе позволить, к сожалению. И просто вся кожа становится такая очень... Вся, просто локти все начинают такие... Моя близкая подружка довольно долго была на Акнекутанин. Страдала и еще такое, но очень довольна, к ней не вернулась акне. Она страдала от акне почти, ну вот с подросткового возраста у нее были
большой щит, которому было сложно избавиться. Она прошла все стадии, все мучения этих говнодерматологов, которые выписывали болтушки. Если вам дерматолог выписывает болтушки и предлагает чистку, бегите. Мне понравились ногтики, девчонки делают супер, хорошо. По деньгам 2100 рублей за ногти. Это плигель, кстати. Это не гель. Гель-лак на мне не держится, если я его делаю не сама раз в неделю. А если я хожу в салон, мне просто обидно платить 2000 за каждые 5 дней маникюра 6. Это, кстати, опция. Кринж, но у меня бывает аллергия. И аллергия скорее не на, даже не на полигели, не на гели, а вот на эти сраные, знаете, праймеры, бондеры, как это называется, это липкая хуйня, которая тебе нам стоит только мастериться промазать, какую-то 0,1 миллиметра кожи коснется этой липучей хуйни сразу, моментально. Ну, не моментально, в течение нескольких часов у меня развивается аллергия, и я очень придирчива. К маникюрчику любой затек для меня критичен, страшен, я их боюсь. А здесь мне даже, короче, не стали заквадрачивать ногти. Вот я сказала, пожалуйста, мою форму оставьте, и она оставила. Типа никаких не пыталась меня выпилить, понимаете? Мастера почему-то любят. Ты хочешь такую же форму, а по-моему ты хочешь квадратнее. Ты хочешь идеальный квадрат с идеальными острыми кончиками. Или просто квадрат с неидеальными острыми кончиками, с тупыми кончиками. Я не хочу, блядь, квадрат. Если бы я хотела квадрат, я бы пришла вам с квадратом. Они мне делают квадрат, он чуть не отрастает. И я начинаю запиливать вот в эту вот овальную хуйню. Я верю искренне, что форма ногтей должна быть как бы... такой же повторять загиб как бы пальца анатомического. Окей? Все, я все сказала. Я тушила мясо, говядину почти 2 часа, 1:40. И еще бы тушила его где-то час на самом деле. Просто я была уже голодная. И очень хотела. Она так аппетитно в сковородке вылезла, когда я приготовилась только. Но я не показала, что я очень хотела есть, и я не держала его. Сначала она очень жесткая. Что мы делаем? Режем говядину. Вот любую, какую купили, но лучше не брать жилистую, потому что жилы невозможно жевать. Нарезала на кусочки. Резать нужно типа вдоль волокон. Старайтесь резать вдоль волокон. На маленькие части. Потом на раскаленную сковородку в масло. Мы кладем эти маленькие части, поворачиваем их так, чтобы с каждой стороны оно запечаталось и как бы обжарилось. И потом она начнет пузырить, давать сок. Из говядины очень быстро выходит жижа. Мы ее не солим, мы закрываем крышкой. И туда мы добавляем луковицу. Режьте как хотите, лук растворится за то время, что будет готовиться мясо, гуляш. Лук полностью исчезнет. И очень вкусно добавлять морковку. Я знаю, если вы не любите морковку, я тоже не люблю. Но это очень вкусно. Закрываем крышкой и периодически просто подливаем водички, если там пересохло. Все, не трогаем. 3 часа, блядь. Не будете трогать. 4 додержите, она будет просто плавиться у вас во рту, как масло. Солить можно только в конце. И еще я люблю добавлять приправы, типа перец. И я специально для этого купила хмели сунели. Что еще можно сделать с говядиной? Тоже долго готовить, 2 часа минимум, и в конце залить сливками и тоже приправами. Получится такое сливочное, приколдесное. Можно грибочков туда добавить, да. Вот я купила грибы и сливки, думала, я как буду делать просто голый гуляш. Или буду делать со сливками, не знаю. В общем, короче, было лень возиться с грибами, сделала так. Anyways, ищем мой флоу. С влогингом, когда я еще не одна. Я пока не знаю, как это делать. Подскажите, какие форматы вас интересуют. Может быть, мне стоит снимать то, что готовлю не я, например, или... Ну, не знаю. Интересное время, конечно, интересное. Shifting in my
День ношу футболку, уже вся в пятнах. Тбилиси, а что за тема с гоночками? Объясните мне, пожалуйста. Что за токийский дрифт? There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. They are no different. They are human beings just like us. Forget, fed up with people criticizing the royal family. I want to see you try and do what they do. Showing up come rain or shine, punctual and prepared. With a kind word for everybody. Мне нравится. I wanna see how you do what they do. И она просто открывает шторки на самом, типа, над табличкой. We have the latest information about the new royal website. Очень счастлива, да. Хочешь? Opera and the stained glass museum in Egypt. And the Princess Royal upcoming picture of the Royal College of Pediatrics and Childhood. Мне кажется, я заболела. Мы идем в магазин за чем-то, с чем болеть намного веселее. AKA подарок на Новый год. На подарок на двоих. Огромная.
Ну все. Еще. Блять, подписчики нахуй. Для чего вот это? Пожалуйста. Помогите. А, о, это база. Keep rotating until you hear the click. Понял. Attach the base. It's easier to say than to do. All right. Okay. All good. HDMI. Easier. Turn on your PS5. How to do this? Which one? Блядь. Конечно, ебать, я ж не вижу, где тут кнопка включения. Допустим, вот это. Ну, загорелось. Damn. Окей. Тысячи нахуй лет спустя я восстановила доступ к моему предыдущему... Моей, блядь, игр, короче. У нас тут есть желающие играть вот такое. Я бы вот это допроходила. Здесь есть какая-то бесплатная игра. Злодеи! Я умерла. Чё, всё вообще заново? Да, вообще всё заново.